16-й полицейский участок. Давай. Вот он. Вернись. Куда же ты? Мы теперь худший участок во всем городе. Оглянись, это старые уставшие люди. Они не справляются. Я не могу так работать. А может, им нужен новый капитан? У тебя 30 дней, чтобы привести здесь все в порядок. Или вылетишь, понял? Только 30, не больше. Мне понадобится 12 новых сотрудников. Дам 6. Я дал Лассарду 30 дней. Если он не справится, то это место за вами. У меня как раз есть несколько прекрасных выпускников. Вам помочь, мэм? Да, сэр. Мой сын Брайан всегда опаздывает в школу. Вы не могли бы с ним поговорить? Может, слегка припугнуть? А теперь пошел! Спасибо, сэр. Не за что. Добро пожаловать, господа, в 16-й участок. Брат сказал, что вы одни из лучших выпускников его академии. 16-й участок охватывает некогда прекрасный район. К сожалению, здесь появилась какая-то банда, которая стремится подчинить себе все улицы. Мы не знаем, кто они и откуда, но мы знаем, что они негодяи. И наш долг — найти и схватить их.